15 декабрда Садыр Жапаров Талас областына барып, эл менен жолугушкан. Ошол жерде бардык калоочулардын бардыгы келишкен. Биз да ошо эл менен кошо барып, Садыр Жапаровдун программасын угуп, жыйынына катышып келгенбиз. Анан негизинен ошол жердеги бир сүрөт өтүп Facebook баракчабызга чыгарганбыз. Анан ошону Центр Избиркомдогу Журабаева баштаган группа мамлекеттик кызматкер сиз ал жерде мыйзам чегинде болбойт карап туруп анан кийин тиги прокуратурага МВДга жөнөттүр. Эми чындыгында ал мыйзамга биздин барышыбыз туура келет. Анткени деген биздин Мегаком бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кызмат болуп эсептелинбейт да. Да, этот вопрос также рассматривался 22 декабря. Там выявилось, что Торохан Жунусбеков в этот период, во-первых, да, он действительно не подпадает под реестр государственных или муниципальных служащих. Он является советником председателя акционерного общества Мегаком. Но плюс еще он к тому же времени, оказывается, вышел в отпуск, неоплачиваемый отпуск, и проводил агитацию. И здесь получается так, что здесь нарушения законодательства нету, потому что он вышел в отпуск, то есть он не проводил агитацию в рабочий период, когда получал деньги из бюджета, и, потому что у нас считается так, что... И во-вторых, то, что он не является государственным и муниципальным служащим. Получается, что материалы также рассматривала Генеральная прокуратура, и она также не выявила нарушения избирательного законодательства. Кайра ахтап туруп, өзүңөрдүн сайтыңарга, өзүңөрдүн жеке баракчаңарга жазып чыккыла деп айттым. Ошонун бардыгы ооба сайтка да чыгарабыз, кайрадан актоо иштерин чыгарабыз деген. Мыйзам бузулган эмес экенин баарын аныктап чыктык деп жоопторду беребиз деген. Бирок ошо бүгүнкү күнгө чейин ошол жоопторду чыгара элек да.